Дорогие друзья, хочу к вам всем обратиться и рассказать, что у нас в городе можно в любом центре ЦПСМД, если вы заключили декларацию со своим семейным врачом, пройти бесплатно тестирование на ВИЧ, гепатит Б, гепатит С и сифилис. Хочу, чтобы вы уделили 20 минут своему здоровью и прошли бесплатное тестирование на ВИЧ, гепатит Б, С и сифилис. Сегодня это доступно в любом нашем центре ЦПСМД. Заключить надо сделать одно действие. Заключить декларацию со своим семейным врачом, и вы можете бесплатно пройти тестирование. Это занимает процедура 20 минут. И за 20 минут вы узнаете состояние своего здоровья. Я сегодня хочу в прямом эфире воспользоваться такой процедурой. У меня есть декларация с моим семейным врачом, и я сегодня пришел к своему семейному врачу и хочу бесплатно пройти тестирование на ВИЧ, гепатит Б, С и на сифилис. И сегодня я в прямом эфире сдаю прохожу это тестирование. Вы знаете, что сегодня эта процедура, и можно воспользоваться совершенно на безоплатной основе, можно пройти и сдать тестирование сразу на 4 такие распространенные очень заболевания, не только у нас в регионе, но и во всей Украине, но и во всем мире. Сегодня это можно совершенно бесплатно пройти в наших центрах ЦПСМД. Главное желание заключить декларацию со своим семейным врачом и пройти бесплатное тестирование на такие заболевания, как ВИЧ, гепатит Б, С и на сифилис.